Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжим прогулку по Московскому проспекту. Мы сейчас находимся на остановке транспорта «Памятник Славы». И будем двигаться по направлению к центру города. Сегодня у нас 26 июня 2021 года. Температура воздуха где-то около 30 градусов. Ветра практически нет. Вот это вот все старые дома, как шикарно их отремонтировали. Да, очень качественно сделан ремонт. Сейчас идут дома без ремонта, все обшарпанные. С улицы 45-й стрелковой дивизии. Вот еще такие шедевры у нас есть на фоне небоскребов. Такой уютный домик. Переход, ведущий к автовокзалу центральному. Вот и сам автовокзал. Thank you.
Никитина. Ухоженная территория. Рабочий проспект. На этой территории находился крупнейший завод воронежский. Экскаваторный завод имени Коминтерна. Выпускались большие экскаваторы. Ну, в 90-е годы все разорилось и все пошло прахом. Красивые лестницы. И вот сейчас на территории завода все, что угодно, кроме завода. И медицинский центр, и агентство недвижимости, и заправка, и даже дома стали строить уже. Здесь раньше была центральная проходная завода имени Коминтерна. Вот еще за забором старые корпуса видны. Дворец культуры Коминтерна бывший. К счастью, хоть название изменилось, но дворец работает. И в довольно-таки неплохом состоянии находится. Воронежский политехнический институт. В настоящее время Воронежский опорный университет. Корпуса радиозавода тоже все везде аренда, аренда и аренда. А работает ли сам завод? Это еще вопрос. Домик отреставрировали.
красивый стал. Перекресток с улицы Проспект Труда. Проспект Труда. Красивая башенка. Подошли мы к началу Московского проспекта. За этим вот виадуком начинается улица Плехановская. И с Московского проспекта мы поворачиваем на улицу Урицкого. Улица Урицкого. Оригинальное здание. Интересно, что там находится. Красивая ограда. Ростовский государственный университет путей сообщения, Воронежский филиал. Воронежский тепловозоремонтный завод. Старейшее предприятие Воронежа. Центральный дом мебели. Крупнейший мебельный магазин Воронежской области. Какие красавцы, светленькие. Здесь улица Урицкого переходит чисто в частный сектор.
со всех сторон частные дома. Вот в этом зеленом переулочке мы сегодня с вами будем прощаться. Прошли мы Московский проспект от памятника Славы до начала, до железной дороги. Частично прошли по улице Урицкого, большую ее часть. И вот в этом переулочке прогулка наша заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте оценки, пишите отзывы. До скорых встреч!